Привет, друзья подписчики, и привет всем, кто смотрит мои видео. В этом видео речь пойдет о таких фишках и инженерных решениях в автомобилях, о котором вообще не знают многие. А зря, друзья. Хорошее знание, какими способностями, фишками снабжена ваш автомобиль, может вам спасти даже жизнь без выходных ситуаций. Тут поговорим коротко о дифференциале и блокировок колес. Этим сегодня никого не удивишь. Всем известно, что большинство кроссоверов, внедорожники, снабжены механизмами, которые помогают передвигаться и не застрять в труднопроходимые места. Для этого каждый должен знать, как правильно включить специальные кнопки, рычаги и как вообще правильно действовать, если система не автоматическая. И, допустим, если вы застряли в снегу или в грязи. Если даже система блокировки на вашем автомобиле автоматическая, все равно не получите лучший эффект, если не знаете определенные хитрости и тонкости, как лучше действовать в чрезвычайном ситуации. Существует, конечно, и одноприводные машины. Машины, которые имеют только передний привод или задний привод. Если у вас машина одноприводная, вы купили ее для того, чтобы комфортно передвигаться в городских условиях или на трассе. И никто с такой машиной не пойдет в горах, труднодоступные места. Для дорог с плохим покрытием и рельефом существуют полноприводные кроссоверы. Но может случиться такое безвыходная ситуация, когда вы вынуждены ехать по плохим дорогам с машиной с одним приводом. И вдруг застряли где-то, и колесо начало буксовать. Техника и инженерия быстро продвигается вперед, и теперь даже одноприводные машины снабжаются такими механизмами, которые полно вам поможет выбраться из снежного плена или с грязи, если вы там застряли. Нужно всего лишь знать, где находится тот заветная кнопка, которая включает блокировку на колес. И с большой вероятностью, и с одним приводом тоже можно выбраться из снежного плена. Если есть такая кнопка, хорошо, но если нету, может на вашей машине есть автоматическая блокировка. Теперь большинство современных машин снабжаются так называемыми механизмами. Электронная система блокировки, автоматическая блокировка дифференциала и так далее названиями. Названия и обозначения могут быть разными для разных машин. И вы должны об этом знать, присутствует ли она именно на вашей машине. И каким принципом оно включается и как работает. Не исключено, что такое знание вам поможет сохранить жизнь, если вдруг вы застряли ночью в глухом лесу, в безлюдном месте. Вы, например, когда-нибудь смотрели в техническую документацию вашего автомобиля? Вот, например, в техдокументации моей машины написано, что на машине присутствует система Electronic Differential Lock. ETL, то есть электронная блокировка дифференциала. Иметь такую систему большой плюс для машины. Оно помогает устойчиво и комфортно передвигаться в повороте. Также, если на снежном покрытии вдруг одно колесо пробуксовало, автоматически включается имитация блокировки колес. И вы легко преодолеваете препятствия. Принцип работы этого механизма простой.
И похож, но работает по-разному для разных машин. Есть существенные отличия. Как известно, машина движется комфортно и уверенно, если крутящий момент на обе колеса одинаковый, на одном оси, и равен 50% на 50%. Но бывает ситуация, например, при движении в повороте, когда крутящий момент на одном колесе увеличивается. Из-за того, что оно движется по радиусу траектории, который больше радиуса траектории, на котором движется ее параллельное колесо. Вот и для того, чтобы уравновесить этот крутящий момент, помогает система блокировки. Бывает и ситуация похуже, когда, например, на снежном покрытии или в грязи одно колесо вообще начинает буксовать, и весь крутящий момент на 100% передается на буксующем колесо. А второе колесо вообще перестает крутиться, и крутящий момент тут 0%. Машина в таком случае не может передвигаться и останавливается. Буксует на месте. Для выхода из такой ситуации машины оснащаются специальными механизмами. Например, муфты, которые, если на одном колесе крутящий момент больше, начинают подблокировать крутящее колесо и передавать ее крутящий момент на другом колесе, где крутящий момент меньше. Таким образом, обездвиженное колесо начинает крутиться, и машина начинает передвигаться, выбираться из снежного плена. Нынешние инженеры пошли другим путем и в современных машинах внедряют автоматические, умные системы для блокировки колес. Как известно, датчики АБС подсчитывают каждый угол вращения каждого колеса. Если один из датчиков АБС заметил, что одно из ведущих колес вращается чуть больше угловым скоростью, чем другая, информация достигает до бортового компьютера. Бортовой компьютер начинает передавать сигналы в тормозной системе и с помощью тормозных колодок начинает импульсно притормаживать колесо там, где крутящий момент выше. И таким образом избыточный крутящий момент передается там, где ее меньше, на другом колесе. Например, если из один ведущих колес начинает буксовать в снегу, с помощью АБС-датчика бортовой компьютер догадывается об этом и уже знает, что весь крутящий момент на 100% передается на буксующем колесе. Бортовой компьютер начинает автоматически притормаживать тот колесо, которое вращается, буксует в снегу, и, соответственно, часть крутящего момента передается на остановившемся колесе, там, где ее вообще нету. Соответственно, обездвиженное колесо начинает потихоньку вращаться, и таким образом наш автомобиль выбирается из снежного плена. Ну, по-моему, для тех, кто внимательно слушал, теперь принцип понятный. Так вот, вы обязательно должны знать, если есть такая система даже на вашем одноприводном машине. Есть или нет кнопка или рычаг для включения блокировки колес. Если такого нету, может на вашей машине есть система автоматической блокировки. Вы когда-нибудь читали техническую документацию вашего автомобиля? Есть еще некоторые хитрости, о которых автопроизводители часто в технической документации не пишут. Так вот, многие автовладельцы по опыту рекомендуют и советуют,
Если вы застряли и оказались в снежном плену, и машина начинает буксовать, если коробка передач автоматическая и есть типтроник, автоматику с помощью типтроника переключаем на первом скорости. И, как уверяют, такой хитрость помогает легко выбраться из места пробуксовки. У кого есть такой опыт, пожалуйста, пишите в комментариях. Лично я никогда не оказывался в таких ситуациях и не пользовался таким приемом. Но нужно еще учитывать, что иногда в хитрости еще существует какая-то скрытая хитрость. Например, если вы переключились на первом скорости и машина все равно не может сдвинуться с места и выбраться с снежного плена, посмотрите и удостоверьтесь, вы пристегнуты ремнями безопасности или нет. Если нет, немедленно пристегнитесь. Знаю, некоторые сейчас начнут хихикать. Причем тут ремни безопасности? А вот при том, друзья, что именно ремни безопасности могут быть причиной, что автоматическая блокировка не включается. На разных машинах все эти умные и автоматические системы часто работают под определенных разных условиях. Вот, например, всем известная кнопка Auto Hold. Так вот, функция Auto Hold и на моем машине, и на большинстве автомобилей включается, если вы перестегнуты ремнем безопасности. Если вы не перестегнуты, эта функция не включается. Напишите в комментариях, как на вашей машине. Еще один пример. На моем машине стояночный ручник электронный. Если я перестегну ремнем, после нажатия на педаль газа парковочный режим автоматически сам собой снимается и машина трогается свободно. А если я не перестегну ремнем безопасности, сколько хочешь нажимай педаль газа с ручника, машина с парковки не снимется и не тронется. Если я сижу без ремня, тогда, чтобы машину снять с парковки и тронуться с места, обязательно нужно палец нажать на кнопку. И вот так с механическим путем снять с ручника. Ну вот несколько примеров, связанных с ремнями безопасности. И в конце видео просьба. Пишите о вашем опыте и знании, которые могут пригодиться другим. Пишите, о чем я не договорил, и где и в чем я допустил ошибку. Просьба подписаться на канал и жмите на колокольчик. Спасибо всем за внимание.